Что такое барака? Барака – увеличение добра, длительность благосостояния, светлый путь – облегчение дел. В раннем утре скрыт достаток мужчины и успеваемость женщины. В чем заключена милость раннего утра? Благо каждого дня начинается с утренней молитвы. Утреннее время дарит человеку бодрость, спокойствие сердца, ясность мысли. Приемлем для получения знаний заучивание. Принимаются мольбы. Утром человеку не спасается его удел. Лучше вставать рано, чем жить в нищете. Достопочтенный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил в мольбах: «О Аллах, сделай утро моей уммы благословенным». Последствия позднего пробуждения. Человек лишается милости этого дня. Невысыпание, беспорядок в делах, беспокоит чувство усталости, поглощает неудовлетворенность собой. Как просыпаться рано? Стараться ложиться рано. Не следует переедать перед сном. Ставить будильник. Просить разбудить близких. Утренний удел от Аллаха. Аллах любит чистосердечных и их ожидает великий дар. И для мусульманина получение награды превыше сна.